eksponat na salonu. До сегодняшнего тренинга вы слышали о учебном центре ДАТА? Честно говоря, я не слышала об этом заведении, но придя сюда и узнав о нем больше, мне очень понравилось здесь. Да, я слышала об этом и слышала много хороших отзывов. И моя мама здесь тоже училась на бухгалтера. Ишткен мен, өзім үкемім келген. Үкем келгеннен кейін, үкемдегі интересіні, қызықшыны көргенімнен кейін, өзімім қатынаш ниетімен болған. Да, слышала много раз. Да, конечно. Мои племянники сюда часто ходили и очень были заинтересованы. Нет, к сожалению, нет. Мы не слушали и вообще никогда не знали, что у нас в Хорезме и Ургенче есть такое место. И я думаю, это очень такое воодушевляющее и мотивирующее место для современной молодежи. Честно говоря, нет, не слышали. Можете поделиться первыми впечатлениями о нашем учебном центре? Было очень приятно то, что здесь было много того, что я интересуюсь, например, фрилансом, IT, потому что я начала изучать об этом, и когда я нашла своих единомышленников, то это было очень приятно. Как я зашла сюда, мне тут сразу понравилось. Во-первых, интерьер и окружение, так как это не похоже на то, что вообще бывает здесь в Хорезме. Интересом болган шура келиш и у интересом на нам яхшыланды. Юкары уровень чыкты. Худа хласа, өзімем келиш ниетмем бар. Во-первых, мне очень понравился этот центр. Он очень мотивирует и у меня проснулись планы. Я планирую тоже обучаться здесь. Ну, было буря эмоций, потому что когда у нас даже был тренинг, когда ваш директор проводил нам тренинг сам лично, и он все это объяснял, это было воодушевляюще и давало саму мотивацию, что современный человек и современная молодежь, даже студенты могут себе это позволить и также быть более прогрессивным в нашем современном мире. Честно говоря, сразу как я сюда зашла, мне очень понравился интерьер. И да, когда начали говорить, мне очень понравилось то, что они мотивировали нас и рассказывали очень много интересного. I like the atmosphere very much because it's very cozy here in this room. And also the people here are really good. They have positive outlook and their appearance is so appealing. I hope that I will come to this place again in the future. Что вам больше всего понравилось здесь? Скорее всего, тренинг сам. Тренинг, да? Да. Во-первых, атмосфера. Очень красивая. Учителя тоже. Мне очень сильно понравился ваш интерьер, в первую очередь. И, конечно же, то, что нас замотивировали, и то, что рассказали много, много чего интересного. I like this speech very much, because it was coherent and it was understandable. I like this speaker also, because he always had a smile on his face. And as you can see, I got a lot of pleasure out of this training. Интерьердан башлап и общениесы. Больше всего понравилось то, что здесь не только учат, но и мотивируют. Не только мотивируют и учат того, что как ты можешь потратить свое время и как ты должен потратить свое время. Мне это очень понравилось, как он говорил и мотивировал нас. Больше всего мне понравился дизайн этого заведения, естественно, и потому что это очень комфортное место, куда можно сходить. И также не то чтобы сходить и получить как бы эстетическое воодушевление, но также и умственное. То есть человек может развиваться и получать полезную информацию для себя. Какие курсы вас заинтересовали? Мне нравится сфера дизайнерства и анимации. К примеру, Photoshop. Я сама очень увлекаюсь этим. Думаю, Photoshop и анимация. Меня больше всего заинтересовал график-дизайнер. Это очень престижное и очень такое современное направление для нашего мира и, естественно, нашей сферы. Планов на то, что я тоже хочу здесь учиться на веб-дизайнера, потому что и в будущем хочу работать в эту сферу. Если бы у меня была возможность, я бы пришла на все курсы. На английском я могу сказать, что это best opportunity for young people, which want to develop.